любят пятницу по разным причинам. Во-первых, в этот день даже просыпаться легче, чем в остальные будние дни. Во-вторых, по каким-то непонятным причинам настроение в этот день всегда почти приподнятое. Ну а в-третьих, я думаю, вы уже догадались почему. Конечно же, потому что именно по пятницам по телевизору показывают выше крыши. Итак, мы уже разобрались, почему все так любят пятый день недели, и можем переходить к анонсу. Сегодня в программе побываем на празднике поэзии в общеобразовательной школе номер 14 и откроем для себя юных поэтов нашего города. Познакомимся с 16-летним юношей из города Димитрово, который покоряет всех вокруг своим талантом петь. К вам пришли друзья заняться нечем, мы расскажем вам, как занять себя увлекательными опытами на досуге. И напоследок узнаем о премьере нового мультфильма «Дом» режиссера Тима Джонсона. Не переключайте, будет очень интересно! Юль, а ты заметила, что у нас в нескольких программах подряд есть сюжеты, посвященные литературе? Кстати, да. Сначала мы рассказывали о творчестве Лины Костенко, потом вспоминали сказки Ганса Христиана Андерсена. А что же будет на этот раз? А в этой программе мы побываем на празднике поэзии в общеобразовательной школе номер 14. Бывает, что живешь себе, живешь, и даже не подозреваешь, что рядом с тобой по-настоящему талантливые люди. Например, в общеобразовательной школе номер 14 многие ребята пишут красивые и душевные стихи. И чтобы как можно больше школьников познакомились с творчеством начинающих поэтов, в учебном заведении устроили праздник поэзии. У нас сегодня в 14-й школе праздник «День поэзии», вернее сказать, праздник поэзии. Мы назвали его «Поэзия. Музыка души». Так уж сложилось, что в нашей школе любят все поэзию. Учительский коллектив, педагоги помогают развивать детям свои творческие способности. Стихи наших детей напечатаны во всеукраинском журнале «Шкільне життя», в городском сборнике «Первая ласточка». И у нас уже готовится к выпуску третий сборник стихотворений наших детей с иллюстрациями наших же участников «Поэтичные обрии». Уже два выпущено, и в этом году мы будем выпускать третий. Валентина Михайленко – местная поэтесса. Она уже давно пишет стихи и с удовольствием делится с детворой своим опытом. Для девочек и мальчиков она словно гид в мире поэзии. Поэтесса учит школьников не только рифмовать, но и прививает им моральные ценности. Они сами умнички учатся. Учиться никогда не поздно и всегда можно учиться. Но детям бы хотелось, чтобы они понимали друг друга, любили и уважали. И всегда были благодарны первым людям, которые их чему-то научили. Это и первая учительница, и первый раз, когда написано стихотворение, вспомни с благодарностью своего библиотекаря, своего учителя русского языка и украинского, как я всегда была благодарна своим учителям. Каждое творение было особенным. У кого-то про любовь, у кого-то про Новый год, а у кого-то на совсем не детскую тему войны. Меня война взяла в свой плен, моих друзей и близких тоже. И каждый миг теперь так цен, теперь мне стало все дороже. Вдохновение – штука капризная и иногда черпается из самых неожиданных источников. Интересно, что же вдохновляет ребят на написание стихотворений? Все пережитые моменты, которые были в моей жизни, я описываю в своих стихотворениях. И считаю, что поэзия – это именно то, что исходит из сердца человека. Поэтому она так близка каждому читателю, который открывает любую книгу и читает про своего любимого поэта. Стихи приходят совсем внезапно, на фоне каких-либо переживаний. Когда эмоции переполняют сердце, и ты выпускаешь их в стихотворной форме. Нельзя заставить себя придумать какой-то стих. Строки пролетают в голове, как что-то мимолетное и прекрасное. Ведь, знаете, поэзия – это великий дар, который дается свыше. Мне вдохновляет писать стихи, когда светит яркое солнце в любое время года. Послушав стихотворение ребят, я поняла, чтобы написать поэтические строчки, нужен талант. Ведь не каждый может даже в прозе выразить свои переживания и чувства. Что уж говорить о поэзии. Писать стихи – это дар от Бога. Те, кто обладают этим даром, могут выражать свои эмоции в стихотворной форме. Конечно, каждый человек что-то чувствует, о чем-то переживает, в чем-то колебается, но не каждый может это описать словами. В мире много поэтов, но далеко не каждый может написать стихотворение, трогающее душу и сердце. У меня всегда было желание научиться писать стихи именно так. Но, как говорится, я ни Пушкин, ни Крылов, не могу писать стихов. Мне стало интересно, и я узнала, кто любимый автор у ребят.
Меня зовут Тарас Шевченко. Я стихи не пишу, но хотел бы и в будущем научиться. А о чем были твои стихи? О жизни, там, о любви. Я люблю читать Пушкина и... А почему тебя именно Пушкин привлекает? Ну, у него красивые стихи. Многие думают, что ребенок не может по-настоящему влюбиться. Якобы дети должны думать об учебе, а не о любви. Я считаю, это не так. Ведь любовь не ждет, когда вам исполнится 18. Вот и юные поэты 14-й школы согласны со мной. Они рядом сидели, обнявшись тебя. Она тихо спросила, что я для тебя. Немножко подумав с мечтами в глазах, он стал вспоминать о вернувшись назад. Когда ты со мной, забывает собой, все беды и страхи теряют их. Когда ты со мной, опять часы, я рядом с тобой, уже светлый сны. Он к ней повернулся и понял как раз, что ей и не нужно загасканных фраз. Слегка улыбнувшись, сжав руку рукой, он просто ответил, я счастлив с тобой. Иван Тургенев в прозе написал замечательные слова о поэзии. Только слушайтесь, не в одних стихах поэзия, она разлита везде, она вокруг нас. Взгляните на эти деревья, на это небо, отовсюду веет красотой и жизнью. А где красота и жизнь, там и поэзия. Дим, вот скажи мне, почему среди мальчиков не осталось романтиков? Юль, ты сейчас вообще не права. Да? Ну и где же они, эти романтики? А вот следующий наш сюжет, который подготовила Оля Михайлова, как раз о талантливом, но очень романтичном музыканте из Димитрова. Поэтому прекращай наговаривать на мальчиков и смотри. Капустин относится к тем парням, которым ничего не стоит спеть серенаду под окном своей возлюбленной или совершить ради дамы сердца какой-нибудь безумный поступок. В свои 16 лет парень очень разносторонняя личность со множеством увлечений. Но, как признается сам Влад, самое любимое его занятие – петь. У юноши за плечами множество вокальных конкурсов. С 5 лет в гармоническом центре развития детей и подростков «Бригантина». Пришел сюда, ну, в садике выделялся, так скажем так. Постоянно на уроках музыки пел. Преподаватель заметил и посоветовал маме отдать меня «Бригантину». Меня мама сюда записала на вокал, и с 5 лет я сюда хожу. Ну, мне нравится, и это... У меня как хобби. Путь на линия не будет разлипаутку. Влад предпочтение отдает тем композициям, которые просто запали в душу. Его одноклассники уверяют, Влад по натуре боец. И если поставил себе определенную цель, обязательно будет идти к ней, несмотря на все преграды. И действительно, глядя на многочисленные награды юноши, становится ясно, что все сказанное о нем – чистая правда. Это очень веселый, общительный, эмоциональный человек, но ему таланту, конечно, я преклоняюсь перед его талантом, потому что ну, нет равных ему, скажем так, потому что ребенок ни разу не отказал нам, ни в одном мероприятии он не сказал нет. Он всегда везде участвует, поет, танцует, играет, театрализованное будет представление, или же это будет какая-то патриотическая песня, или это будет КВН, или это спортивно-массовое мероприятие, или это линейка, или это выпускной. То есть всегда, когда бы мы ни обратились, он всегда идет на уступки, он всегда идет нам навстречу. С ним очень весело общаться, практически на любые темы можно поговорить, и как бы, можно сказать, душа компании. Он, в общем, хороший одноклассник, хороший друг, веселый, с хорошим чувством юмора. С ним всегда приятно поговорить на различные темы, очень любит, как я уже говорила, шутить. Я даже смеюсь, и все смеются. Заводила, скажем, в компании.
Удивительно, но парень в столь юном возрасте добился довольно многого. Влад успел побывать на вокальных конкурсах в Италии и Чехии, а также занять призовые места во многих городах нашей страны. Парень во всем полагается на труд, упорство и веру. Это все, что нужно настоящему музыканту. Песни освоиться, может, и не трудно, но все равно, даже если она и получается, над ней надо работать постоянно, потому что надо слышать музыку, слышать себя, надо где-то правильно взять дыхание, правильно вступить. Больше всего и почему? Может, это был конкурс, где ты получил вот самую свою высокую награду? Это был конкурс в Днепропетровске. Там я впервые получил свое первое гран-при. Очень радовался этому. Не мог нарадоваться. Это было очень классно. Как и многие, Влад начал петь с раннего детства, но за такой длительный период времени у него ни разу не возникало желания все бросить и взяться за что-нибудь другое. Хотя, разве что за написание любовных рассказов. Почему именно любовных? А вы вспомните прошлогоднее вокальное шоу «X-Factor», и все станет ясно. Во время эфира у юноши хватило сил и мужества признаться на всю страну в безответной любви к девушке из его же города. Вот так-то. Я хочу сказать, что я тебя очень-очень давно люблю, и эту песню я решил посвятить тебе. Не пиши, би-энд, я придумаю хэппи-энд, повернусь вот так, чтоб во сердце оно бились так, все ведь как в кино, разреши. Если честно, просто хотел приехать и спеть, но так сложились обстоятельства. Я, честно, сам не хотел там ничего говорить, меня вынудили. Вынудил Иван Дорн, ну, а вообще об этом особо не хочется говорить и вспоминать. Кстати, недавно Влад исполнил свою маленькую, но все же мечту. Юноша давно хотел научиться играть на гитаре, но то, сё, пятое, десятое. В общем, все не было случая. И тут, откуда ни возьмись, он занимает призовое место на одном из конкурсов и в подарок получает, что бы вы думали, именно этот волшебно-музыкальный инструмент. С детства хотелось играть на гитаре, вот у меня была такая мечта. А как раз ездил на конкурс в город Павлоград. Там выиграл гитару, и как раз сбылась мечта, пошел в музыкальную школу играть на гитаре. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тихий печален ручей янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот уже закончилось все, расставаться пора. Перед выходом на сцену особо не волнуюсь. Я уверен, я просто сам себе уверен, уверен в том, что все получится. И это позитивные эмоции, я спокойно ухожу и пою. Все это лишний раз доказывает, что для человека нет ничего невозможного. И если у вас что-то не выходит, причина только в том, кого вы видите в зеркале. Добиться успеха можно абсолютно в любом возрасте. Главное быть сильным и верить в добро. Ну а мы желаем Владу и всем телезрителям успехов в новых начинаниях. Бывает так, что куча свободного времени становится не в радость только потому, что нечем себя занять. Но ни в коем случае не печальтесь, это легко исправить. Предлагаем вашему вниманию пару интересных и несложных экспериментов, с помощью которых вы научитесь самостоятельно творить чудеса. Первый интересный трюк – лопнуть воздушный шарик с помощью кожуры апельсина. Для этого вам понадобится один апельсин, шарик и, конечно же, наши руки. Сначала отрежьте кусочек апельсина
брызнет высоком цедры на шарик, и он лопнет. В цедре апельсина много такого вещества, как лимонен. Он активно растворяет резину, поэтому тонкий шарик не может ему противостоять. Второй эксперимент называется «Яйцо в бутылке». Для этого нам понадобится яйцо, сваренное вкрутую, очищенное от скорлупы, это очень важно, листок бумаги, точнее полоска, растительное масло, стеклянная бутылка с широким горлышком и спички. Итак, начнем. Смажем горлышко бутылки маслом. Подожгем бумагу. Быстро спустим ее вниз. И когда потухнет бумага, яйцо засунем. Когда воздух в бутылке нагревается, он расширяется. Часть его выходит наружу. А когда пламя гаснет, воздух начинает охлаждаться и сжиматься. Так в бутылке создается низкое давление. А наружное давление само заталкивает яйцо в бутылку. Третий опыт – шарик и воронка. Вам понадобится мячик для пинг-понга и лейка. Переверните лейку широкой частью вниз, вложите мячик внутрь и придерживайте его пальцем. Начните дуть и перестаньте держать мяч, он должен остаться там. Чем быстрее мимо мяча проходит воздух, тем меньше давления он на него оказывает. Давление воздуха между стенками воронки и мячиком гораздо меньше, чем снаружи. Поэтому пока вы дуете, мячик будет оставаться в воронке, даже если вы перевернете ее вертикально. Четвертый опыт называется «Волшебная свеча». Для этого нам понадобится свеча и спички. Зажгите свечу и подождите, пока она разгорится. Когда свеча потухнет, от фитиля поднимется дымок. Если огонь поднести к дыму, тогда свеча загорится снова. Дым, который поднимается от фитиля, содержит пары парафина, которые легко воспламеняются. По этим парам огонек и доходит до фитиля. Опыт номер 5. Надувающийся шарик. Вам понадобится шарик, уксус, бутылка и сода. Насыпьте соду в шарик, налейте уксус в бутылку. Потом наденьте шарик на горлышко бутылки. Переверните шарик так, чтобы содержимое высыпалось в бутылку. И наблюдайте, шарик должен надуться. При добавлении соды в уксус выделяется углекислый газ, который, собственно, и надувает воздушный шарик. Вот и все. Эти фокусы можно использовать, чтобы удивлять друзей и родных. Надеюсь, у вас все получится на отлично. После завершения программы все бегом удивлять маме, папе. Удачи! Впереди выходные. Ты мне не подскажешь, чего бы такого посмотреть на досуге из новинок кинематографа? А какой жанр тебя интересует? Хочется чего-то о пришельцах или инопланетянинах. Дежурная по рубрике «Киноминутка» Лиза Бурима как раз подготовила сюжет о таком мультике. Давай смотри скорее. Интересно же. Режиссер Тим Джонсон создал замечательный мультфильм под названием «Дом». Почему замечательный? Да потому что в нем есть все – от суперзахватывающих приключений до супер-пупер захватывающих. Инопланетная раса Бувы спокойно себе обитает в просторах галактики. Ну ладно, не очень-то и спокойно. Иногда их безмятежную жизнь нарушает О. На самом деле он хороший парень. У него просто немного не выходит помогать другим. Ответь, где растут эти дивные фрукты? Время идет, и вот уже раса пришельцев захватывает Землю. Тут-то и начинаются приключения главного инопланетного героя. До прибытия на нашу планету он никогда не встречался с людьми. А ну выпусти, а то ведь могу стрельнуть из глаза тепловым лучом. Точно можешь? Легко. Он знакомится с очень умной, рискованной и находчивой девочкой, жительницей Земли. Тебя как звать? Коротко, Дар. А меня О. Как О? Так меня зовут все мои многочисленные друзья. Привет! Здрасте! Здорово!
Новая знакомая О по имени Дар чудом сбегает от собратьев главного героя. Вернее, они сбегают вдвоем. Хотя нет, с ними еще был кот по имени Хрюня. Он вибрирует. Ой, сейчас как взорвется! И удирают они на летающем автомобиле. Вы можете в это поверить? Ты что сделал с машиной? А что, плохо летает? Для меня было открытием, что весь саундтрек к фильму написала певица Риана. Кстати, еще один интересный факт. Почти всех героев озвучил известнейший актерский состав Америки. Что ж, мне остается лишь пожелать вам удачного семейного просмотра. И помните, наша планета на самом деле крошечна по сравнению со Вселенной. Давайте беречь ее, она наш дом. Ой, что это? Вращая руками, я болтаю стежками. Время, как всегда, летит незаметно, и нам уже пора прощаться. Это точно, но что мы можем поделать? Нам остается только ценить каждый момент и жить в удовольствии. Тогда у меня есть идея. Пойдем, я тебя угощу мороженым. Мне кажется, кушая мороженое, радоваться жизни гораздо интереснее. Пойдем.